Давайте сегодня заглянем в вольер к нашим белым медвежатам и посмотрим на то, как они резвятся в воде. Ермак весит уже 190 кг, Арктика Аврора – 130. Медвежат мы взвешиваем приблизительно раз в месяц. Для этого есть специальные электронные весы, на которые наши киперы приглашают малышей для процедуры взвешивания. Ермак и Арктика Аврора знают, что после взвешивания получают лакомство, а главная задача киперов – успеть зафиксировать вес непоседливых медвежат. Животные проходят специальные тренинги, которые необходимы для жизни в зоопарке и их осмотру. Открывать рот, показывать уши, вставать на задние лапы, ложиться и другое. Малыши за выполненное задание получают лакомство, обычно кусочек сала или рыбий жир. Хотя белые медведи – хищники и предпочитают видеть на своем столе мясо или сало нерпы или рыбу, в зоопарках их рацион значительно разнообразней. Так в меню медвежат ежедневно входят мясо, жирная морская рыба, творог, овощи, свежий салат, фрукты, в сезон тыква, дыня или арбузы, а также ягоды, перепелиные яйца и витамины, и, конечно же, молоко. Ну а самые любимые игры – это, конечно же, догонялки, обнимашки и купание в бассейне.